Всем привет! Сегодня у нас новый выпуск новостей по ETS 2. Ну и это у нас первый выпуск в декабре, ну а вчера, 30 ноября, состоялся релиз нового DLC для ETS 2. Это новые полуприцепы Feldbinder. Feldbinder является ведущим европейским производителем полуприцепов для перевозки различных жидкостей и также опасных грузов. Еще в 2021 году ACS отправились на завод Feldbinder в Германии, где снимали все размеры данных полуприцепов для того, чтобы добавить их в нашу игру. С тех пор команда ACS усиленно работала над воплощением Feldbinder в ETS 2. DLC Feldbinder включает в себя 4 типа полуприцепов. Это Feldbinder EUT, это прицеп со стороны с 6 типами кузова и 3 вариантами шасси. Feldbinder KIP, также прицеп со стороны с 6 типами кузовов и 2 вариантами шасси. Feldbinder TSA LM для перевозки пищевых жидких продуктов с 2 типами кузова и 1 вариантом шасси, и также Feldbinder TSA EDR. Это у нас цистерна для перевозки опасных грузов. У нее есть 4 типа кузова и 3 варианта шасси. Также в салон грузовика у нас добавились фирменные кружка, кепка, блокнот, футболка, спортивная сумка, полотенце и многое другое. Также данная DLC включает в себя 5 фирменных покрасок для каждого типа из этих полуприцепов. Данная DLC стоит $3, но от стороны к стороне цена может все-таки меняться. DLC недорогое, полуприцепов довольно-таки много, и по качеству они не уступают ни Крон, ни, естественно, Шварцмюллер. Вообще, по ощущениям, пока что самые качественные полуприцепы, которые есть у нас в играх ETS 2 и ETS. Покупать или не покупать данное DLC, это уже ваше решение. Я бы все-таки купил. Ну а мы переходим к следующей, не менее интересной новости. Это у нас новости от команды ProMods, и сегодня есть что рассказать. Сейчас на своих экранах вы будете видеть скриншоты из Дискорда команды ProMods. Там они постоянно публикуют новости разработки своей карты. И сегодня речь у нас пойдет именно о Казахстане. Напомню, что проект Казахстан сейчас принадлежит ProMods. Они сейчас активно занимаются переделкой и добавлением новых территорий на карту Казахстана. И в ближайшем будущем данная карта должна выйти как дополнительный аддон к карте ProMods по типу как Middle East аддон. Команда ProMods опубликовала всего 4 скриншота, но есть на них очень интересные моменты. На последнем скриншоте, сейчас вы видите его на своих экранах, мы видим указатель на Достык. Достык — это приграничный город Казахстана, и находится он возле самой границы с Китаем. Если это именно этот Достык, а не какой-то другой, а скорее всего, что это он, то можно взглянуть на карту и понять, что ProMods очень сильно заморочились и хотят сделать, я так понимаю, что практически весь Казахстан, потому что город Достык находится на другом конце Казахстана, в восточной части, а у нас пока что реализована только самая западная часть. И на самом деле это очень любопытно, очень интересно. Я надеюсь, что я не ошибаюсь сейчас и что реально команда ProMods сделают нам большой Казахстан, и на самом деле будет очень интересно проехаться через весь Казахстан, несколько тысяч километров по степям. Вот такая вот любопытная новость, интересно будет почитать ваше мнение в комментариях, а на сегодня у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваше мнение в комментариях, всем удачи, всем пока.